Так, в подъезде я поработала. Теперь кайфую в постельке. И что там такая мысль пришла? Помните, я говорила, что у меня была депрессия? Блин, так неудобно лежу. Была депрессия у меня летом. Прям жестко. У меня этот Плутон уходил с моего 15-летнего цикла трансформаций, когда, по идее, вообще все 15 лет должен был быть трэш, но у меня все было круто, 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 круто. А вот последний год, так-то вообще в целом все было круто. Живу за границей, тепло, хорошо, все есть. Ну, как бы вообще вот. Но у меня все началось с того, что каждый день, каждый день ломалась техника. Я по 150 раз отправляла чинить, выкидывала, покупала новые. Она приезжала и опять ломалась. Холодильники, пылесосы, машинки. Ну, вообще все. Я даже не знаю, даже что еще перечислять. Утюги, электроприборы. Там люстры перегорали, лампочки. У меня постоянно свет мигал. Плита, чайник. У меня разбивалась посуда каждый день. Вообще, ну какой-то вот прям трэш. И когда у меня уже прям была вообще депрессия, у меня прям началось все после землетрясений в Турции. Но не из-за землетрясений, естественно. Я отправила все деньги, какие у меня были, практически под ноль. Ну, я оставила себе там на еду на месяц, чисто вот на фрукты, овощи. Я отправила все деньги в фонд купить одежду. То есть я в магазине прям заказала через этот фонд. Сама выбрала одежду, теплые куртки, теплые там свитера. Было очень холодно. Обувь, доски, там штаны, кофты, труселя, там мужские, женские, майки. В общем, все от иголочки до курток, шапок, шарфов, теплых там носков, комбинезонов. Ну, короче, все максимально. То есть там от фонда можно было зайти в магазин и накупить все. И потом интернет-магазин отправляет, вот как AliExpress, только здесь в Турции трендел. Отправлял фонд, который уже распределял вещи. Вот я отправила эти деньги, и все, и начался какой-то трэш. Просто вот, ну, все ломалось. У меня была депрессия на пустом месте и так далее. А люди, которые... Я в чате рассказывала сыроедным, я там, ну, просто болтаю часто на разные темы. У меня сообщество есть, которое создала по полезной еде. Вот там общалась, и многие люди начали предлагать свою помощь. Психиатры, психотерапевты, вот прям серьезные тети, дяди. Говорят, тебе только там на таблетках надо выходить оттуда, и что, типа, если не проработаешь. Кто-то там говорит, давай там сессии проработаем. И, короче, от всего отказывалась. А потом... Потом, что я сделала? Короче, когда мне уже было совсем плохо, я ночью выхожу в чат Турции, а там пишут ребят, ну, там кто-то пишет, и там девушка пишет. Я в аэропорту приехала в Турцию, короче, 3 часа ночи. Я не знаю, куда идти, кто меня приютит. Я тут же ей пишу, короче, приезжай ко мне. У меня большая 4-комнатная квартира, офигенная. Я одна живу, приезжай. Короче, она переночевала, уехала. На следующий день мы пошли к зубному врачу. Ну, я делала зубы, а она хотела там что-то, короче, посмотреть. Вот, в итоге она осталась делать зубы. Потом она улетела, в Непале живет. Ей нужно было чисто переночевать, но в итоге она из-за зубов тут осталась. Потом через неделю точно так же какой-то парень говорит, сижу в аэропорту, приехал то ли на час, то ли на 2 рейса, задержали, ему нужно было залететь и прям
в этот же день, в эти же часы обратно уехать на в Египет. Вот. Тоже пишет, я в аэропорту, время 5:00, 2:00 ночи. Кто меня приютит или куда поехать, какой отель? А ночью, ну, сложно тут отели найти, честно говоря. Вот это надо лазить. С букингом проблемы в Турции. Ну, Airbnb вообще не работает. Ну, тоже проблема, короче. И я такая, приезжай к незнакомому парню. Он тоже приехал, я его пустила. Потом, через несколько дней, он уже уехал в Египет, он мне пишет, а можно еще человек один приедет, друг останется переночевать, тоже ему надо влететь и вылететь, чтобы обнулить визовые дни в Египте. Я говорю, конечно, конечно, пускай приезжает. И так получилось, что с этого моя депрессия настолько быстро ушла, то есть за неделю я просто себя вытащила. Со всеми людьми дружу, и все настолько полезные знакомства. Вот эта девочка, которая первая была переночевать, она занимается, ну, там, криптовалютами, занимается торговлей на бирже, обменом валют. И все благодаря ей мне оплачивают с Украины, с разных стран, покупают книги. Если бы не она, я не знаю, что бы я делала, потому что так доверять кому-то, ну, никого я не знаю, даже если это мой подписчик, все равно тяжеловато. А тут как-то получилось, что вот мы прям, хоть мы и недолго друг друга знали, она помогает там, весь месяц ей кидают, ну, на любую карту, которую нужно кинуть, там, украинская, там, с Европы, еще что-то. Она потом раз в месяц мне там одну сумму отправляет. И мальчики вот эти вот тоже занимаются криптовалютой, серфингисты, тоже в Египет зовут. И вот, тоже мне помогает там кое с чем, связанное с криптовалютами, там, с биржами, с обменом тоже. И я просто думаю, блин, какие же это полезные знакомства. И когда вот начинаешь делать добрые дела, то выход из депрессии, выход из проблем, выход из всяких ситуаций дурацких настолько быстро происходит. Я вот сейчас задумалась, насколько это круто. Начало было взять, вот начать просто помогать, вообще с улицы людей подбирать и помогать им, там, не знаю, переночевать, покормить. Естественно, я сразу приходите, накармливала обязательно, там, еще пойду, говорю, пойду с тобой, покажу тебе что-нибудь. И мне не жалко было взять там постельное белье свое любимое, которое я вообще не люблю никому давать. Но тут пофигу. Это же опять уборка, это же опять готовка, это же опять гостеприимство, это надо бросать работу, это надо потом стираться, опять убираться и до, и после. Я, короче, думаю, да, и пофигу. И мне так прям понравилось. Начала помогать людям, и я вышла очень быстро из депрессии. Не вспоминаю, у меня очень много таких было моментов, когда очень было грустненько, и я прям буквально на улице, девочка плакала на лавочке, я прям к ней подошла, говорю, что ты плачешь, пригласила ее домой за неделю, нашла там ей работу, она где-то 2 недели у меня побыла, потом съехала и дали предоплату на квартиру, она сняла, вот, молодец, Маша ее звали, по-моему, Маша. Потом еще одна девочка была, потом еще мальчик один был. Короче, вот я люблю что-то кого-то подбирать постоянно. Блин, ну жизнь потом меняется на хотел сказать, 450 градусов, на 360, но в плане круг такой и дальше потом. Не в обратную сторону, там на 180, прям так. Такой виток и новый какой-то прям супер этап всегда происходит, когда искренне помогаешь, не задумываясь там о последствиях никаких, а просто вот прям помогаешь. Настолько это круто. Прям меняется жизнь. Вот прям неважно, с
чем помочь, как помочь, да. А тот, кто действительно нуждается, и ты видишь, что твоя помощь, блин, необходима. А у нас сейчас народ стал такой чёрствый, прям вообще. Вот эти вот фразочки, ну не буду же я каждого бомжа домой таскать, ну типа того, да. Вот, а я буду. Я, блин, в подъезде работаю, и каждого бомжа к себе тоже готова таскать. Почему нет? Блин, так классно экспериментировать. Не ходить, вот помните, эфиры были. Не ходить целенаправленно бедных собачек несчастных с кошечками там жалеть и отдавать постоянно там на корм. Если они в твоем поле есть, то обязательно помогаем. Но когда ты трансформируешь вот эту жалость, что показывает мир через этих кошечек, собачек или инвалидов, или там... бедных бабушек, дедушек на улице, там, да ты трансформируешь там попрошайничество какое-то или милостыню в себе, да, осознаешь, когда, к чему это вообще показывает мир, это перестает в твоем поле вообще быть, но когда это в твоем поле, обязательно помогать, но не потому что тебе жалко и так далее, а просто значит, тебе нужно это взаимодействие, раз на твоем пути это встретился человек или животное. Надо помочь обязательно, конечно. Вот. Но не из жалости. Вот эта вот жалость, она делает человека жалким и отбирает у него последние силы, возможности и ресурсы. Ты типа такой, как творец, наблюдатель, соглашаешься, да. Ты жалкий, ты не можешь, без помощи не обойдешься. Это с одной стороны. А когда ты просто хочешь искренне помочь человеку, но не из жалости. Блин, а как же это объяснить? С какого чувства-то? Ты просто не можешь не делиться. Ну, тебе хочется делиться. У тебя переизбыток там добрых намерений и любви, и внимания. И этим просто хочется делиться тем, что у тебя есть в данный момент. Не думаю, что человек такой прям жалкий. Я смотрю на всех этих людей. Да, они свои уроки проходят. Им надо вот быть на том месте, где они находятся. В таких ситуациях, в которых они находятся. Они выбрали этот путь своими желаниями, да. Вот, но раз я на их пути, вот, то я готова поиграть в эту игру. Но не жалеть, что они бедные, несчастные. У них там душа кайфует в этой игре. Ликует просто. Ей хочется в это поиграть. Ум просто этого не понимает, естественно. Вот, ну... понимаешь, что это такая игра. Почему бы не поиграть? Ну, не терять на этом энергию, конечно же. С чувством... жалости, что аж прям сердце разрывается. Так нельзя делать, конечно. Если есть возможность, обязательно помочь. Потому что ты на их пути, а они на твоем. Что-то вы друг друга зеркалите. Какой-то опыт нужно получить, чему-то научиться, посмотреть, что транслирует мир через этих людей. Там, через инвалидов, то, что... это я инвалид, там, не двигаюсь, застряла, не даю себе много всего, там, двигаться куда-то, что-то делать, ограничиваю себя постоянно в своих желаниях, намерениях, работе, целях, планах, ну, то есть ограничения бесконечные. Понятно, я буду видеть инвалидов, которые постоянно мне будут напоминать об этом. Ты в ограничениях, ты ограничила свою свободу, там, свободу проявления, свободу слова, свободу действий. Потому что живешь по каким-то правилам, которые ни хрена неправильные, да, уже давно-давно потеряли актуальность. Но ты ограничиваешь себя, поэтому вот будут инвалиды. Точно так же с животными инстинктами. Бедные собачки, блин, больные, хромые, голодные,
там на последнем издыхании, почему мы их видим. Наши животные инстинкты хромают, да, наше чувство безопасности, постоянно в страхах живем. Это мы бедные, несчастные. Вот, и также всех, кого мы там встречаем, для нас это просто показатель обратить на себя внимание, да. Но параллельно с этим, делая вывод, получая опыт, мы все равно помогаем. Почему бы и нет? Зачем отказывать? Но, с другой стороны, любой выбор правильный. Нет неправильного выбора. Будете проходить просто опыт и такой, и такой. И в параллельных вселенных параллельно проходите противоположный опыт, по-любому, выбор. Так что поможете вы или не поможете, винить себя в любом случае не нужно. Человек получает опыт, и ему нужно именно такое проявление, которое от вас он увидел. Значит, так надо. Вот. Но помогаете, вам возвращается больше. Не помогли, прошли мимо, вам возвращается то же самое. Но тоже в 10 раз больше. Бумеранг, карма, я не знаю, можете как хотите говорить. Вот и благодарность, и все возвращается. И десятина забирается. Так что это тоже неплохо, нехорошо, но отберете вы у себя в 10 раз больше. Вам не помогут, когда вы будете в этом нуждаться. Но вы благодаря этому, возможно, получите какой-то опыт и силы. Если вы пройдете этот урок, значит, вы станете сильнее, умнее, самостоятельно выгребая там какие-то свои проблемы. Потому что по закону бумеранга помощь вам не дается, так как вы сами не помогли кому-то, да, мимо прошли, то вы будете максимально беспомощны. Но вы можете проиграть это сражение, уйти в минус еще больше и будете дальше там опыт проходить. А можете обрести силу в том, что вам откажут в помощи, и вы такие, блин, круто. Я столько всего смог сам сделать, узнать, там познать. Пройти эти испытания сам. Меня же все бросили, но я смог. Вот. Так что нету и правильных, и неправильных выборов. Но бумеранг будет в любом случае. Вот. Может быть, от того, что вы прошли мимо, и потом вам не помогли, вы реально получите больше опыта. Но кто-то сломается, кто-то станет сильнее. Тот, кто сломается, будет проходить дальше опыты. Кто сильнее, тоже будет проходить дальше опыта, новый уровень. Просто кто-то на уровне скатывается вниз, кто-то на уровень поднимается выше. Вот. С какой скоростью вы будете развиваться, все зависит от вас. Если проходите мимо, да, то медленно развиваетесь. Если проходите, не проходите, говорю, мимо, вот так лучше, то быстрее развиваетесь вверх. Кто-то быстрее развивается вниз. Чёрство, проходя мимо. Но потом может быстро взлететь. Если заколебётся падать. Вот. Или там уже на дне на таком, что уже оттолкнулся и полетел. Так что смотрите. Если нужна жизнь более сладкая, более приятная, без трешовых ситуаций, которые тоже классные, то всегда помните о том, что нам возвращается все. Все. Все нежелательное возвращается и желательное. И какие выборы будете делать, то и будут возвращаться. А к чему я вообще начала этот эфир? А, я хотела рассказать, что из депрессии очень легко выходить, если ты начинаешь помогать. Занимаешься каким-то волонтерством, уборкой на улице. Каким-то благом. Садишь деревья, кормишь кого-то, кто нуждается поесть. Одеваешь кого-то, кто нуждается одеться. И депрессия вообще... Депрессия, она вообще обычно от чего? От безделья? От скучной работы неинтересной? Когда вы только себе и больше ничего никому? Энергия отсутствует, потому что энергообмена нету. А откуда взяться энергообмену?
если вы пашете, 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 а денег все меньше и меньше. Себе как-то надо помочь. Ну и, естественно, себе не можем, людям тем более не можем. Людям не помогаем, энергообмен отсутствует. Как говорится, можно и последними трусами поделиться, и тебе вернется. Можно эти последние трусы себе оставить. Ну и с ними остаться, они не умножатся. Опять же, выбор каждого, как вам интереснее играть в эту игру. Угу. Кто-то любит прям сидеть в депрессиях, прям таких жестких. Нравится упиваться своей жертвенностью, что все ему должны, никто не помогает, все плохо, так все лениво. И прям с кайфом и наслаждением об этом рассказывать всем своим друзьям, что как я хреново живу, все так плохо. И вот прям хочется это все рассказывать, чтобы тебя жалели, жалели. Вот кому-то такая игра нравится. Кому-то так не нравится. Вот. Это было в 2 часа ночи или в 3, уже не помню. Непонятная вообще история. Спокойной ночи. Спонтанный эфир. Непонятно к чему. Ну да ладно. Выложу. Как многие мне пишут, я ворую время пустой болтовнёй. Может быть и так. Ну, кому-то, наверное, надо будет посмотреть, увидеть в этом пустую болтовню и отписаться, да, чтобы не сливаться. Кто-то, наоборот, подпишется, скажет, блин, клёвая, лежит, засыпает, зевает и всё равно что-то рассказывает. Так. Ну, это чисто вот эфирчик, кому скучно. Вот, так и напишу сейчас в названии. Эфир, кому нечего делать, посмотрите Нелли. Пока-пока.